В государственном учреждении образования ясли-сад номер 7 города Чашники заметно стремление коллектива сделать территорию учреждения краше. Здесь появляется все больше малых архитектурных форм. На протяжении круглого года ведется обновление детских игровых площадок. Частичное асфальтирование дорожек в тех местах, где это необходимо, замена оконных блоков, а сейчас еще и частичная замена ограждений территории, которая способствует благоустройству учреждения. Годом ранее были заменены центральные ворота и три калитки. У центрального входа своих воспитанников встречает семья гномов. Дальше по дорожкам можно увидеть ежиков, черепах, улиток, пеликанов, крокодилов, бабочек, мельницу, павлина, слона, котят, грибы и много другого увлекательного. Причем все выполнено самими работниками и родителями детей из разных подручных материалов – пластмассы, камня, бетона, дерева и другого. На территории сада есть места для обучения детей правилам дорожного движения с соответствующей разметкой, занятий спортом. Игровые площадки практически полностью обновлены. Произведена замена веранд на более современные, где дети смогут укрыться от дождя и солнца. Заменены песочницы, установлены качалки на пружинах, горка, скамейка, несколько новых домиков, автомобиль, в котором дети смогут почувствовать себя в роли взрослых водителей. На территории сада есть маленький уголок, где дети выращивают туи. В учреждении дошкольного образования уже подкрашены малые архитектурные формы, устроены цветочные клумбы, создан искусственный ручеек из камней. Декоративный фонтан, импровизированный колодец, в котором позже появятся живые цветы. Изготовлена подставка, на которой разместились домики для птиц. У Светланы Ивановны Гавриловой и коллектива еще много других задумок, которые предстоит воплотить в реальность. Руководство сада выражает благодарность родителям своих воспитанников, которые с пониманием и желанием участвуют в благоустройстве. Это здорово, когда мир меняется к лучшему, а мы стремимся улучшить свои условия труда и жизни. А вместе мы можем многое.